Для меня лично, вот по моему восприятию, украинцы и я – это один народ. А вот, к сожалению, большая часть россиян, моих так называемых соотечественников, для меня не один народ. И я не хочу иметь с этим, с большей частью этого народа, ничего общего. Звездная болезнь, звездочку все ловили. Знаете, я уже как минимум лет 10... Вот тот, честно, никому ничего не доказываю. Вот период звездной болезни, Алексей, я артист, дайте мне там что-то, вот давно уже прошла, и вообще никому ничего не доказываю. У вас уже это на автопилоте, просто это по умолчанию. Вы понимаете, что на вас реагируют, что вы привлекаете внимание, даже что идут навстречу вам в каких-то вещах, которым... Нет, это, допустим, безусловно, приятно. Да. Но никаких вот этих вот, как пресса любит это преподать, артист... Пьяный. Нет, вообще абсолютно этого нет. Я артист, дайте мне то. Да вообще все по-другому в моей жизни.